Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаево-Черкесия». С вами Руслан Джукаев и коротко о главном. Реализация программы социального партнерства в Карачаево-Черкесии. Жительница Черкесска Мадина Кукаева благодаря ей открыла учебное заведение. Мастер-классы известных журналистов в рамках всероссийского конкурса «ТЭФИ Регион», который проходит в Карачаево-Черкесии, продолжаются. Пешеход не всегда прав. Сотрудники ГИБДД еще раз обращаются к участникам дорожного движения строго соблюдать правила, дабы избежать ДТП. Потолпашинские чтения, прошедшие в Черкесске, собрали ученых нашей республики Дагестана, Оренбурга, Абхазии, Волгограда, Дона и Кубани. Возможно ли открыть собственное дело, не имея при этом ни рубля? Конечно, говорят в Министерстве труда и социального развития республики. С прошлого года в регионе запущена программа социального партнерства, и с этой возможностью уже воспользовались жители Карачаево-Черкесии. Героиней нашего сюжета Мадина Кукаева среди них и на выделенные средства открыла школу английского языка. Мадина Каракетова побывала на уроке. Ясемина Каяхан мечтает о путешествиях, но больше всего хочет посетить свою страну, Турцию. Русским владеет отлично, поскольку проживает в России. Знает родной турецкий, на нем говорят родители. Усиленно изучает английский. Изучать английский была идея Ясемины, которую с удовольствием поддержали родители и младшая сестра Элина, которая последовала за старшей в школу. Я уже знаю немного слов. Я сюда хожу уже с 5 лет, 2-й год. Очень-очень интересно. Мадина Борисовна самая лучшая учительница по английскому языку. Очень интересно, объясняет достойно, с улыбкой на лице. Мы с удовольствием ходим на ее занятия. Прям с удовольствием. Мадина Кукаева, которую так обожают девочки, основатель школы английского языка. Идея создания учебного заведения вынашивалась долго и стала реальностью благодаря государственной поддержке, которой она смело воспользовалась. На раннем этапе я, конечно, понимала, что мне нужен какой-либо стартап. И здесь я услышала о такой соцпрограмме, о мере соцподдержки от соцзащиты, помощь самозанятым в размере до 250 тысяч рублей. Я собрала весь пакет документов, прошла комиссию и получила, собственно говоря, эти деньги, на которые мы и начали существовать. На выделенные средства Мадина Кукаева сняла помещение и оборудовала его всем необходимым. И получилась вот такая вот небольшая, но очень уютная школа мечты. Сегодня преподавание иностранных языков предполагает использование современных технологий, и хотелось бы быть на уровне, не ударить в грязь лицом на фоне других школ. И, естественно, на учебники. Учебники тоже сейчас дорогие, все знают, и тем более мы пользуемся хорошими учебниками таких программ издательств, как Кембридж, Оксфорд, и они достаточно дорогие. Но на данном этапе 250 тысяч – это очень большое подспорье. Школу английского языка Мадины Кукаевой сегодня посещают как дети дошколята, учащиеся средней школы, так и студенты пенсионного возраста, которым интересно изучение иностранного языка. Валерия Иванова, школа английского языка Мадины Кукаевой, помогла подтянуться по предмету, и теперь в своем классе в средней школе она среди лучших. Раньше у меня в школе были проблемы, сейчас у меня 4-ки и 5-ки. Мне очень интересно, Мадина Борисовна так хорошо объясняет, я прям все хорошо понимаю. Мне нравится ходить в эту школу. Всегда я учусь что-то новому, и в школе мне намного легче, чем раньше. В школе студенты проходят 3 уровня обучения по 8 месяцев каждый. Помимо английского языка более углубленно преподают математику, русский язык, учат изобразительному искусству, готовят детей к единому государственному экзамену. По словам Мадины Кукаевой, это были пожелания родителей. А тем, кто хочет начать свое собственное дело, но не верит в такую возможность или боится сделать шаг, Мадина советует. Если у вас в голове есть какая-то цель, есть желание развиться, но не хватает какой-то энной суммы денег, то это вполне нормально, вполне возможно, да, вполне реально получить эту сумму без всяких знакомств и времени, время затрат и так далее. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибуков, «Вести Карачаево-Черкесия».
Всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ Регион» продолжает свою работу. Для участников и гостей конкурса организована насыщенная образовательная программа. О том, насколько важен мастер-класс для журналиста, какая тема стала основной, на этот день узнавала Альбина Ламкова. И даже проливной дождь никому не испортил настроение, потому что ТЭФИ – это мечта каждого телевизионщика. Мастер-класс от профессионала – неоспоримый опыт. Елена Афанасьева выступила в роли лектора. Она медиа-аналитик с огромным опытом, журналист и писатель. 18 лет вела культовую программу «Телехранитель» на радио. 15 лет была одним из топ-менеджеров Первого канала. Возглавляла дирекцию креативного планирования. Ведущая канала ОТР на радио. Ведущая «Серебряный дождь». Человек, который знает медиаиндустрию и которого эта индустрия уважает. Обмен мира информацией мчится с большой скоростью. Поэтому ни одно медийное образование, что факультет журналистики или факультет медиакоммуникации, практически не успевает за стремительностью изменений. Поэтому задача приглашенных практиков и членов жюри, проводимых на мастер-классе ТЭФИ Регион, дать своим региональным коллегам ритм мирового телевидения, отметила Елена Афанасьева. Она уделила большое внимание тому, как меняются жанры документалистики и просветительских программ, чему практически не учат на факультетах журналистики этого формата. Но на этом работает практически все мировое телевидение. Этой теме Елена Ивановна посвятила и написала книгу. С самого первого года участвую, тоже 22-й год в ТЭФИ, 21-й год в ТЭФИ. И, во-первых, на моих глазах резкий рывок развития региональной журналистики произошел. И вот не хватает как раз именно умения упаковать свое содержание, придать ему правильную форму, разграничить жанры. Очень часто на региональном телевидении получается одна большая передача. А правильно выбрать нужный формат нужно в нужном жанре. Стать журналистом-профессионалом, что ты хочешь? Желание. И желание работать много. Не думать о том, что у тебя выходной, закончился рабочий день, это журналист. И эти понятия несовместимы. Заместитель начальника службы информационных программ ГТРК «Регион Тюмень» Наталья Макарова и компания, которую она представляет, не впервые принимает участие в конкурсе. В копилке ее наград отмечено лучшее операторское мастерство, а в прошлом году местная итоговая программа стала победителем. В этом году мы решили снова попытать удачу. Мы выставили снова программу «Местное время воскресенье», но уже с другим автором. Выставили в номинации «Репортер», «Репортаж», 7 работ от телекомпании. Мастер-класс – это очень важно, но когда идет общение непосредственно с участниками конкурса, в том месте, где проходит конкурс, вот сегодня мы побывали в горах, я побывала в горах первый раз, и вот это вот ощущение, когда мы вот банда, мы действительно четвертая власть, в хорошем смысле этого слова. Общение коллег и обмен опытом, конечно же, важно и неоценимо. Но помимо образовательной программы, журналисты были вдохновлены нашей природой. И не только. Впервые я в Черкесске на Северном Кавказе. Я просто впечатлена. Ваши горы, ваша потрясающая природа. Я сама с Байкала, можно сказать, но здесь просто потрясающе, и тем более ваше гостеприимство. Мне все очень нравится, все очень вкусно, все очень колоритно и здорово. Для участия в первом этапе конкурса приехало 100 телевизионных журналистов из разных городов России. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами дождь, в отдельных районах сильный, с грозой и подъемом уровня воды до неблагоприятных отметок. Днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер восточный 5-10, температура ночью 6-11, в горах до плюс 5, а днем 15-20 градусов тепла и местами до плюс 14. В Черкесске ночью слабый дождь, днем без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 8-10, днем 17-19 градусов тепла. Зовут меня Злыднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники «Сити». Мы можем вам помочь.
Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. ГИБДД напоминает пешеходам о важности соблюдения правил дорожного движения. С начала 2022 года на дорогах Карачаево-Черкесии с участием пешеходов зарегистрировано 52 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек погибли, 45 получили ранения. По причине нарушения ПДД со стороны самих пешеходов произошло 21 ДТП, в которых 6 человек погибли и 16 травмировано. Госавтоинспекция убедительно просит пешеходов дорожного движения быть предельно внимательными на дороге. Напоминает, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии по обочине. При движении по краю проезжей части идти нужно навстречу движению транспортных средств. Рекомендуется снимать капюшон, ограничивающий обзор. Кроме того, отвлекаться на мобильные телефоны и не использовать наушники. Прежде чем переходить дорогу, даже на регулируемом пешеходном переходе, убедитесь, что водители машин во всех рядах вас заметили, а главное, остановились. На остановках общественного транспорта во избежание падения не подходите близко к проезжей части дороги. Полицейские просят быть предельно бдительными и внимательными. В Карачаево-Черкесии прошли потолпашинские чтения. В конференции участвовали ученые нашей республики Дагестана, Оренбурга, Абхазии, Волгограда, Ставрополя, Дона и Кубани. Подробности у Али Баташева. Мы полагаем, что формирование казачьего самосознания у молодых людей на основе историко-культурного наследия, изучение традиций, обычаев российского казачества сегодня как никогда важно и необходимо. Баталпашинские чтения – это уникальная площадка, где представители научной среды, общества изучения старины, священства делятся своими исследованиями в области истории, религии, культуры, традиций и литературного наследия. Особое внимание уделяется церковной истории и развитию православия. В этом году баталпашинские чтения были посвящены 100-летию образования Карачаево-Черкесии, 190-летию образования Кавказского линейного казачьего войска, 130-летию образования 6-го кубанского пластунского полка, а также 100-летию процессов по изъятию церковных ценностей. Тема доклада историка Анатолия Авраменко из Краснодара «Возрождение казачества на примере кубанского войска». В нынешнее время мы можем сказать, что кубанское войско является одной из наиболее многочисленных организованных войск Российской Федерации. По состоянию на конец 2021 года войско насчитывает 57 тысяч казаков вместе с членами семей более 166 тысяч. Хочу поблагодарить всех участников, потому что формат, масштаб конференции растет. Если в прошлом году она была межрегиональной, то в этом году она всероссийская и с участием наших друзей и коллег из Белоруссии, Абхазии. Для нас, конечно, это достижение, регион развивается и становится местом проведения большого количества таких важных мероприятий. Баталпашинские чтения – это большой вклад в укрепление гармоничных, межэтнических и межконфессиональных отношений, укрепление единства российской нации и гражданского патриотизма. В этом единогласны все участники конференции. В ближайшее время по ее итогам будет сформирован научный сборник, куда войдут доклады всех выступивших, а также тех, кто участвовал заочно и направил свои доклады для публикации в этом научном сборнике. Али Баташев, Вести, Карачаево-Черкесия. В мексиканской столице Мехико прошла всемирная конференция ЮНЕСКО «Медиакульт-2022», в рамках которой была организована выставка предметов декоративно-прикладного искусства и традиционных костюмов, демонстрирующих богатое разнообразие культур стран-участников ЮНЕСКО. Российская Федерация представила для экспозиции национальный карачаевский женский праздничный костюм художника-модельера Заремы Аджиевой. Уникальный российский экспонат вызвал большой ажиотаж со стороны участников и гостей мероприятия. В дальнейшем костюм будет передан Министерству культуры Мексики и передан в один из национальных мексиканских музеев. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Чайки».